Вернувшись из Японии, пройдя немало верст, японского журавлика товарищ мне привез. И с этим журавленочком история одна, про девочку, которая была облучена. Тебе я бумажные крылья расправлю, лети и тревожь этот мир, этот мир. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Когда увижу солнышко, спросила у врача, а жизнь тянулась тоненько, как на ветру свеча. И врач ответил девочке, придет еще весна, и тысячу журавликов ты сделаешь сама. Тебе я бумажные крылья расправлю, лети и тревожь этот мир, этот мир. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Но девочка не выжила и вскоре умерла, и тысячу журавликов не сделала она. Последний журавленочек упал из детских рук, и девочка не выжила, как многие вокруг.